Привет, мои любимые. Привет, привет. У нас с вами сегодня, кажись, 15 января 2022 года. Я без шапки, потому что ходила на собеседование, чтобы не пугать работодателя своей шапочкой, потому что она у некоторых вызывает вообще неадекватные какие-то реакции. Как скользко, смотрите, все гололед сплошняком. Вот как тут пройти? Как-нибудь пройдем. Я ходила на собеседование. Общались, сидели с работодателем. Очень приятные люди. Вот. Сказали завтра мне выйти и попробовать. Нравится мне, не нравится. Я им нравлюсь, не нравлюсь, потому что с первого раза, естественно, ничего не понятно. Вот. Ну что, довольно-таки живое, достойное собеседование, без каких-то вставленностей. Очень свободные люди. Так что, не знаю, мне понравилось. Никакого неприятия не было у меня, по крайней мере. Не знаю, как у них. Это, наверное, отдельное интервью надо у них брать. Какие у них первые впечатления от меня. Ну, наверное, это или потом, или в следующей жизни. А мне надо идти кинуть деньги на карту на мою, потому что мне нужно платить сегодня, да, сегодня 15-е. Мне сегодня нужно платить за жилье, поэтому я иду. Надо надеть капюшон хотя бы, потому что, ну, не жарко, скажу я вам. Прогуляемся. Чьи-то вещи висят прям такие прикольные. Там все в елочках. Смотрите, красиво. Питерцы отдыхают. Петербуржцы. Петербурженки. Спрашивали у меня, где я родилась. Спрашивали. Ну, такие есть стандартные вопросы, а есть очень даже такие живые какие-то. И понравилось, что живые реакции. Не было такого. Или там чего-то. Но довольно-таки современные молодые люди. И общаются с уважением. Понимаете? Ну, наверное, потому что прежде всего я себя уважаю. Наверное, поэтому у меня нету какого-то лебезения или присмыкания или еще чего-то, как у меня это было раньше. Вот. А сейчас идет, ну, такое ровное собеседование без всяких заморочек ума и страхов. Просто ровно. Если это мое, то это никуда от меня не денется. А если это не мое, то, простите меня, не мое. И за первый случай благодарим. И за второй, естественно, благодарим. А тут какой, 22-й ходит? Да. Угу, спасибо.
Какая красивая у вас заставка. Как он смеется. Не знаю, что он там увидел. Какую-то картиночку. Стоит, смеется дедушка. А может, он не дедушка, а парень, постаревший в один миг. Не знаю. В общем, некто. Красота. Спрашивали у меня про пагубные привычки. Я сказала, таковых не имеется. Спрашивали у меня про судимость. Я сказала, что таковой тоже не имелось, хотя, смотря что считать судимостью. Может быть, свое 12-летнее заточение в Ливане. Так я не считаю это судимостью. А можно считать судимость и рабство ума. Так что, мои любимые, не знаю. Еще спрашивали про квартиру моя. Или я снимаю. Я сказала, что я снимаю. Сказали, почему тогда здесь, если можно дешевле снимать на окраине. Я им попыталась свою точку зрения описать, что я люблю именно центр Петербурга, а на окраине я пробовала снимать даже трехкомнатную квартиру по цене комнаты одной в центре. Меня не устроило, потому что там уже не Петербург, чисто атмосферно. Так что, мои любимые, такое интересное было у нас собеседование. И Лялечку я увидела, она вообще один в один моя старшая дочечка в детстве. Вообще вот так странно, и фигурка, и улыбочка, и комплекция, и все-все-все. Очень хорошая девочка. Так что, мои любимые, спросили у меня тоже про прививку. Я сказала, что таковой не имеется. Вот. И она сказала, завтра к 11 подходите. Но я потом в ответ сказала, что если она точно согласна и сомнений нет, то я без проблем подойду, что пусть она мне отпишется или отзвонится. В общем, я ей дала право выбора. Вот так вот. Что-то у меня не вносится. Давай. Может, деньги кривые. Горячая. Ага. Ну все, по-моему.